метров, но вокруг вообще ничего нету. Итак, всем привет! Мы приехали в Черногорию. Сейчас находимся... Где мы находимся? На одном полуострове, недалеко от Тивата. Вот. Название которого мы не знаем, полуострова. Мы еще не изучили, да, название. Это какая-то небольшая деревня с виллами. Сегодня воскресенье, сейчас на улице 17 градусов тепла. Мы решили сходить искупаться. Нам показали короткую дорогу к морю. Идти будем, может, минут 15-20. Такой злой, а? Снимаем, что тут находится. Вот такая дорожка. Я представляю, что здесь в ливень творится. Это бы и не делал. Да. Тут ручей. Что-то как-то тихо здесь. Все уехали. Оставили свои домики. Туристы. Ну и в том доме, где мы снимаем, там тоже они там живут круглый год. И зимой, и летом. Зимой, рассказывали, тут вообще такая тишина. Куст, на котором растет гранат. Маленький такой. Недвижимость. Офига себе. Реально УАЗик стоит в гараже. УАЗик в гараже? Желтенький. Прикольно. Сегодня утром наблюдали интересный факт. Приехала машина с водой. То есть на этом полуострове нет воды. Ну, это такое смелое утверждение. Просто в этом месте, наверное. В этом месте. Приезжает водовоз. Водовоз с водой, да. Бывают разные ситуации. Иногда бывает, что дешевле просто заказать. Дешевле воду купить? Купить, да, чтобы тебе привезли, чем бурить тут, не знаю, километры. Мы еще вчера, я смотрю, могли по такой дороге здесь спускаться. Какой-нибудь виллер, видишь? Тут же тоже вон машины стоят, смотри. Первый раз идем тут. У нас есть только словесное описание маршрута. И навигатор есть еще. Не показывает маршрут. Здесь маршрут Google карты не прокладывает. Это надо знать, что здесь можно пройти. Да, сказочная дорожка. Спуск к морю. Это уже лучше, чем по камням. Слушай, я не посмотрела время, во сколько мы вышли, но мы уже идем, наверное, минут 5, да? Сейчас 11:30. Соснами пахнет. Там какой-то форт. Вот, там какой-то остров, ну. Форт Боярд какой-нибудь. То есть по этой дороге мы должны спуститься к основной. Даже не знаю, как трасса, ее сложно назвать, но в рамках этого острова, наверное, это трасса. Или как, основная дорога, которая идет по кругу этого полуострова. Конечно, никаких трасс нет. Простые поселочные дороги. Ну, асфальтированные.
Да, дорожка тут такая, ножки можно поломать. Нужно идти смотреть все время под ноги. Наверное, сюда. Так, а какой это тут? Я бы не догадалась, если бы нам не подсказали, что здесь нужно идти. Ну, тоже вопрос, будешь ли ты тут каждый день ходить? Идем через лес. Хайкинг. Хайкинг-тур через лес. Это мы оттуда идем. Я уже отстаю от Стаса тут. А, все заброшенное. Что-то муравьи тащат. Еще дорожка. Еще что-то строили, не достроили. Идем дальше. Еще одна вилла. Ну, все как нам говорили. То есть мы спускаемся и выходим как раз вот на дорогу сейчас. Можно было идти вокруг по этой дороге, но это дольше. Поэтому можно срезать через лесочек. Быстренько. Пойди туда вниз. Да, только здесь придется идти вместе с машинами. Да. Ну, по дороге лучше идти. Ступеньки такие. Так машина проедет, такая тишина здесь. Нам еще рассказали, что здесь водятся шакалы, лисы и кабаны. Ночью не ходить в темное время суток. Да, то есть до темноты нужно возвращаться обратно к себе на виллу. Ну да, по крайней мере, не пешком. Пешком не ходить. Пешком, да, говорили не ходить. А, у нас есть телефон, и сказали звонить, если сможем добраться. Если нужно будет нас забрать откуда-нибудь, то есть без проблем. Тут, не знаю, 5-7-10 минут на машине, и тебя забирают. Оливковое дерево. Там все оливки снизу общипаны, наверху только остались оливки. Оливки наверху? Ну, это оливковое дерево. Так, мы там не одни идем. Дерево такое. Сказала, необычная красота. Опять мы приехали в такое время года, когда туристов нет почти.
Оливковое дерево. Вот они. Такая вот оливка. Гроздями. Интересно, оно пахнет как-нибудь? Не, может, когда цветет? Ну, тоже грозди. Ну, это оно целое, видимо. Там много тоже оливковых деревьев. Целый сад. И чья-то вилла. Террасы такие делают. Выращивают. Тоже оливковые. Так, вот посадил, наверное. Собирает оливки, потом делает что-нибудь, масло там. Консервирует. Так едет машина. И на встречке. Сейчас они будут тут разъезжаться, наверное, тачки. А, вон как это происходит. Ну, кто на подъем, то окей. Кто на спуск, должен ступить. Ну, вот он ее ступил. А пешеходы в кустике прячутся. Там еще одна машина. Ой, там какой-то. Куда? Давай сюда. Сюда? Он на подъем. Ну, ладно. Ну, хорошо, что не грузовик ехал. А то пришлось бы куда-нибудь наверх карабкаться от страха. Дорога вон какая узкая. Ну, зато есть места, куда отпрыгнуть, да, ладно. Ну, узкая это узкая, но, блин, ширина полотна это все равно метра. Метра три есть. Ну, и так понятно. На видео машина Мазда проехала. Мазда проехала, но не маленькая машина, в принципе. Цветочки. Вот, теперь я в каком-то видео снимала такие кактусы, а теперь видно, как они вот цветут. Вот. Только они сейчас непонятно, что какие-то штуки у них. Не знаю, что это. Места для отдыха. Там тоже объявление какое-то с телефончиком. Выглядит, как будто уже все закончилось. Выглядит, да, как сезон закончился. Все выезжают. Виноград съели. Виноград съели тоже. Тут много машин разъездилось тут. Тоже не маленькая машина проехала. Дорога туда уходит, вообще вилы, вилы. То есть сезон тут кишит народу, наверное, как в муравейнике. Все выходят на эту дорогу и идут на пляж. Это банально. Да. Что-то там такое шумное едет. Нет, бейсбол, веселее всего здесь увидеться. Что было? Туристы. Оставшись. Так, еще одна реклама. Апартамент. Видимо, он и есть тут. Сдается в аренду. А так все убрано, столики. Лежаки, наверное, еще были. Гамаки. Дошли до первого пляжа. А, ну что, 17 градусов тепла, я вижу, что там кто-то купается. Наша водичка еще тепленькая.
Здесь имеется паркинг. Объявление. Так, это там, где нужно регистрацию делать, да? Сейчас не падает. А. Да. Туалет, а где регистрация? Регистрацию делают на том пляже. Не здесь. Уточнили, регистрация будет на другом пляже. Это что? Водичка. Море. Вон, люди плавают. Класс. А вон как раз идет лайнер. Фото. Огромный. Видно размеры. Большой лайнер очень. Мы пришли на следующий пляж, называется Жанич, недалеко от того, такой спуск крутой. Здесь поинтереснее. Какая бухточка. Да, это зона для купания, но оградили. Морешка волнуется. А, это здесь надо регистрироваться. Да. На пляже Жанич. А, работают по будням, да, наверное, с 11 до 16 часов. Нужно с паспортом и с бумажкой из апартамента. С информацией. Типа, где ты живешь? Это здесь никто не купается. Наверное, шторм был какой-то. Повыбрасывало все.